подразделениями группировки «Войск-центр» под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева взят под полный контроль город Авдеевка Донецкой Народной Республики, являвшийся мощным оборонительным узлом вооруженных сил Украины. Освобождение Авдеевки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка, тем самым существенно обезопасить его от террористических ударов преступного киевского режима. Войска группировки «Войск-центр» продолжают наступательные действия по дальнейшему освобождению Донецкой Народной Республики от украинских националистов.